Всем привет! Сегодня на улице дождливо, дождь, гроза, гром. В общем, как я и обещал в прошлом выпуске, в этом выпуске я буду записывать минусовку. Так что погнали! Итак, хочу начать создавать минусовку на песню из репертуара группы Любэ «Ты неси меня, река». Я там пою в дуэте с одним гармонистом. Гармонистом из моей работы я собираюсь записать гитару, дабл-трек, левый и правый канал. И также баян. Соответственно, потом уже на эту минусовку я буду записывать вокал. И мой соучастник тоже. Посмотрим, что из этого выйдет, а пока понаблюдайте за процессом записи. Если что-то будет где-то не так, где-то буду промахиваться в нотах, вы уж не серчайте, это творческий процесс, в этом ничего такого плохого нету. Ну вот я записал одну только часть этой песни. Вы наверняка слышали, что я как-то странно записывал, не играл на одном дыхании все, а играл по кусочкам, пока не получится один аккорд, как бы ближе к идеальности. Вот эти вот все восходящие арпеджио быстрые, типа. У меня они как-то нечетко получаются, вот поэтому я вот искал вариант, искал удобное положение, чтобы более-менее сыграть правильно. Сейчас я все это дело буду монтировать, и более-менее получится хороший вариант. Все шероховатости я сотру, соединю, склею. Ну, сейчас я с первым дабл-треком гитар закончил, теперь я приступлю ко второму дабл-треку, где я буду играть просто аккорды. Вот эти вот самые аккорды, второй дабл-трек, который сейчас играл, будут утоплены на фоне основной партии. То есть они будут звучать фоном. Я их немножко приглушу. И еще вот вставлю вот такой вот кусочек мелодии. Ну теперь я буду записывать баян. Также разведу его на левый и правый канал. Приступаю к записи припева.
Ну и теперь мне осталось добавить бубен, но так как у меня бубена дома нет, мне придется пойти на работу и забрать его. Полным ходом идет полный ремонт, и наружный, и внутренний. В следующем году должны закончить ремонт. Вот что из этого должно получиться в следующем году, в октябре. Телепортнулся. Ну что, приступим к записи бубна? Ну и, впрочем, мне останется потом записать только кульминационную часть. Кульминация — это наивысшая точка напряжения в песне, в произведении, неважно, в любом искусстве, где показывается весь накал страстей. Ну все, черновый вариант готов, осталось только свести хорошенько, добавить эквализации, компрессии и еще кучу всяких разных эффектов звукорежиссуры. В следующем влоге я и мой коллега Горбаниста будем записывать вокал на эту минусовку, так что ждите до следующего видео. Всем пока! Америка, я там пою в дуэте с одним Горбанистом. Горбанистом из моей работы. Ну и теперь мне осталось добавить бубен, но так как у меня бубена дома нет, мне придется пойти на работу и забрать его. Бубена! Ладно, все, хватит на это.